Приветствуем вас на канале «Наш Таиланд». Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя, делаем видео о путешествиях по Таиланду. А также делимся опытом проживания. Находимся около магазина Big C. Раньше здесь был магазин Bam. А сегодня открылся новый магазин. Go Wholesale называется. Это новый магазин, который конкурирует с Макро. Также продается оптом и в розницу товар здесь. Ну, как в Макро. Пойдем посмотрим, что там нового. Сегодня первый день. Знак торговой марки. Крик стоит, шум. Что-то распродают тут по дешевке. Посмотрим сейчас. Тоже у них есть небольшая елочка тут, ну и как у всех порядочных магазинов. Орут, ничего не слышно. Так, сейчас посмотрим. Ну, это продуктовый магазин. Прям сразу на входе арбузы 19 бат. Дешевле, чем на рынке. На 1 бат. Идем дальше. Так, ну мы что-то купим, нам что-то надо. Так, выпечка. Очень хорошо. Сейчас какой-нибудь пирожок купим. Посмотрим. Так, что тут, круассаны? Ну, все как обычно. Так, ну вот цены. Видим. Так, нам нужен хлеб вообще. Ну, вообще, нас интересует кое-что другое. Булочки, ну, все, что хочешь. Так, а где же хлеб? А, вон, с той стороны. Но это их хлеб, их выпечка. А мы возьмем вот этот зелененький. Рыбный отдел. Сиба 115. Довольно дешевый. И даже вот 89. Ничего себе. А большой 155. Понятно. Здесь один сиба, что ли? Ага. 89, хорошо. Сейчас перейдем, посмотрим креветки. Что у них тут есть вообще? Ну вот, видите. Что тут есть? Крабики по 600. Сибас живой. 145. Но он больше среднего, конечно. Так, креветка. Крабы большие, вот. Говорят, в Таиланде нет. Вот смотрите, какие крабы. Вот цена у них. 299. Да, неплохая. И опять 299, 329. Так, ну такая-то рыба, мы такую не очень едим. Что тут? Дальше идет рыба. Так, а тут опять рыба, да? Смотрим, что мы видим. Ну и красная рыба. Лосось и форель. 359 форель, 369 лосось. Ну что, креветки, наверное, возьмем. А это разделано уже, да? Ну, рыбы море, что тут? Ракушки и креветка.
Ну, мы, наверное, там возьмем креветку. Там килограммы 299. Крабики маленькие. Ну, это кальмар. Щупальцы кальмарами. 869 креветка. Но это уже не креветка. Мясо. Ребра 149-159. Кости 49. Красная цена. В макро они 60. Вот то же самое. Красная цена. А вот это что такое? Шея свиная. 76. Вот вырезка. 115-174. 118. 172 шея. Вот она шея, 172. Это не 118. 172 шея. Фарш 99, ничего себе. Макро подороже будет. 130 вырезка. Вот, пожалуйста. Все разрезано как надо. Идем дальше. Да, то же самое. Сало нарезанное, вот, соли сразу, 182. Внутренности разных сортов. Голова, уши, что хочешь. Говядина, пожалуйста, вот, цены на говядину. Выбирайте любую. Китайская. Да, вон написано тайская говядина. Австралийская будет чуть подороже. И вот самая дорогая. Дошли до курьей. 77. Ножки Буша, так называемые. Вспомнилось что-то вдруг. Остов куриный. Ну, это для навара. Крылья, различные части. $148 крыло, которое мы жарим. Ну, не так дешево. Ну, дальше. Фарш и прочее канитель. Куриные ноги, куриные бедра. Крылья, ноги. Здесь курица бетагра, она считается более качественной, чем обычная. Поэтому чуть дороже. Тележки здесь здоровые, не то что в макро. Рыбу здесь тоже разделывают, но здесь лучше, чем в макро. Тебе дают карточку магнитную, и у тебя номер очереди. Как будет готово, отдадут, и ты возьмешь именно свою, а не будешь выискивать. Идем дальше. И вот здесь плакатик, можно так сказать, здесь нарисовано, как разделывают рыбу, что ты хочешь. А, и вот тут все написано по-английски. Вот обычные яйца, по десятку, 54 бата, 52 бата, 52.
Это обычно. А вот эти яйца дороже. Они какие-то, какие это яйца? Дикабра какая-то. Поэтому они дороже. Считаются экологически чистыми. 178. Три десятка. 186. Тоже три десятка. Ну, а то кто-то интересовался, сколько стоят яйца. Вот цена, в принципе. Вот яйца еще дешевле. 105 бат стоит упаковка. 30 яиц. Дальше идет 118 бат. Тоже упаковка. 30 яиц. Ну и дальше 125, 127. И, ну, 138 самые дорогие. Это 3 десятка яиц. Вообще надо сказать, что яйца идут по размерам. 105 это самые мелкие. Но они не такие уж и мелкие. Вот, пожалуйста, палец мой. И дальше по размерам. И, соответственно, дороже идут. Полка с сосисками. Ну, ветчина, колбаса. Ну, впечатление, что цена такая же, как в Макро. Ну, и ассортимент примерно тот же. Хотя в Макро другая ветчина. Я не вижу здесь то, что продается в Макро, и колбасы. Ну, кое-что купили. Ну, мы хотели, в принципе, посмотреть. Посмотреть и сравнить с Макро. Нет, конечно, Макро, конечно, выигрывает все равно. Народу набрали много, но они новые и еще плохо ориентируются. Их учить надо. Ну, хорошо то, что этот магазин рядом с Макро. И в Макро будет народу меньше. Я имею в виду, конечно, покупателей. Ну а так цены, в принципе, те же самые. И за счет того, что типа здесь дешевле, нет, не стоит покидать Макро. Так что Макро мы не покидаем.